Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», приостановленную после теракта в Севастополе. Ve Sayın Putin'le de mutabık kaldığımız gibi öncelikle Afrika'nın fakir fukara, garip kuraba ülkelerine bu koridoru işletecek. Somali, Cibuti ve Sudan'ı ilk etapta ele almayı o da bize tavsiye etti. Bunu da yapacağız. We'll be right back.
она должна быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата. При этом такая работа должна быть системно выстроена. Например, по каждому элементу экипировки, просто для примера, по каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку. Тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы. –